Литве пора сократить число колледжей в несколько раз и ограничиться 5 университетами. Об этом новые правящие заявили вскоре после избрания. Сегодня столичный выставочный комплекс привычно распахнул двери для будущих абитуриентов. А как узнать, каким из представленных вузов суждено долгое и счастливое будущее? Ну, хотя бы на 4 года вперед, чтобы поступившие успели закончить образование. На самом деле высшие школы, которые нужны, они останутся. Если будут объединяться высшие школы, это не значит, что не будут готовить тех или иных специалистов. Я могу поступить в один университет, а закончить гораздо более сильный. Это и опыт других стран ЕС подтверждает. Мы выбираем не где учиться, а кем быть. И никакой деструкции в отношении поступающих здесь не будет. Итак, до конца февраля объявлено обсуждение по предстоящей реформе высших школ. И, видимо, власти надеются, что нежеланные вузы вымрут естественным образом. Ведь за последние 5 лет число абитуриентов и так сократилось на треть. Только за прошлый год студентов стало на 1000 человек меньше. Чтобы ускорить процесс, ввели проходной балл не ниже 3 для университетов, для колледжей почти вдвое ниже. Это расчистит путь к высшему образованию тем, кто способен его одолеть, пояснила министр. Пока не ясно, какие вузы закроют. На волне конкуренции 4 главных университета демонстративно покинули прежний расширенный круг высших школ. Сегодня качество учебных программ и исследований невысоки. Те, кто способен такое высокое качество обеспечить, создали свой круг – конференцию прогрессивных университетов. Скажем, останется после реформы по 2 вуза в Вильнюсе и Каунасе. А 5-м университетским городом кто станет – Клайпеда или Щеулей? Тут власти как-то не уточняют. Премьер лишь повторил, что оставлять регионы совсем без высших школ нехорошо. Сравнивая колледжи с университетами, думаю наоборот. У нас больше возможностей выжить. Проходной балл у нас ниже. Студенты, которым в других местах не повезет, придут к нам. Значит, мы будем работать и дальше. Будут ли рисковать поступающие в этом году, выбирая литовские вузы с такой неясной перспективой на будущее? С этим вопросом мы обратились к сегодняшним школьникам. Нет, мы уж лучше за границу. Мы вдвоем в Данию едем, она, скорее всего, в Британию. Я в Литве поступаю, хочу учиться искусству, конкретно хореографии. Хотели бы за рубеж, но чую, придется в Литве. Денег нет на заграницу. Надеюсь, те основные литовские университеты все же оставят. Туда и буду стараться поступить. У тех, кто уже поступил и вот-вот станет медиком, мы попросили оценить идею властей возвратить распределение молодых специалистов по регионам на 3 года. Я отрицательно отношусь. Мне не нравится эта мысль. Мне кажется, что в больших городах и возможностей больше, и перспектив. Думаю, принудительная отработка в провинции не увеличит зарплаты молодым медикам. Было бы лучше дать молодым людям самим искать место под солнцем. А не уедете за границу из-за такого новшества? Есть. Есть мысль такая, почему бы и нет? Почему бы не попробовать устроиться за рубежом? Там все равно несравнимые с нашими заработки, только что нужен язык. Премьер сегодня же оговорился, что не имел в виду ссылку молодых специалистов в глубинку, лишь бы остались в Литве. Он также пообещал, что через месяц-другой к началу приема вступительных документов в реформе вузов должно проясниться, если не все, то основные моменты. Что уже ясно, число и состав вступительных экзаменов не изменились. Зато появились новые льготы в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз для закончивших профобучение, а также для отслуживших в литовской армии. Порядок госкомпенсации расходов на образование распространен теперь также на магистрантов. И пересматривать платные и бесплатные списки будут теперь ежегодно. Напомним, прием документов в литовские вузы начнется, как всегда, 1 июня. Наталья Гаврюшова, Аудрис Андрияускас, Первый Балтийский канал.